Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, который обеспечит вас всегда свежими новостями, анонсами того, что будет происходить, покажет вам, что может выпасть из рулеток и с какими вероятностями на моем примере, ну и в частности, что можно получить из каких-то контейнеров. Также вас на этом канале всегда ждут свежие обзоры на танки, которые появляются на продаже. Ну а в этом видео, ребят, покрутим рулеточку на розыгрыш бомбический. Главная награда 20 бомбических контейнеров. И да, контейнеры по наполнению неплохие. Не могу сказать, что действительно дешманские, но это только для тех ребят, у которых мало танков в коллекции. В моем случае, как видите, крайне мало машин есть в этом контейнере, которые у меня отсутствуют. В частности, уничтожитель, Хельсинг, Раумпанзер, объект 274А, ну и Лансен С в придачу с TL-7120. Короче говоря, из всей вот этой вот братьи реально я бы не отказался только от уничтожителя. Все остальные постольку поскольку. Ну и плюс стоит отметить, что в этом контейнере компенсация за прем-танки, как и во многих других, идет в серебре. Поэтому в целом, если вам выпадет премчик, который у вас присутствует в ангаре, то считайте, вам очень сильно не повезло, потому что там мало кто готов отдать существенную сумму голды за то, чтобы получить себе 1,5 миллиона серебром. Что могу сказать в отношении данной рулетки? Раньше данная рулетка была действительно выгодная, на ней можно было не кисло подняться. Мне больше бомбических нравятся вот эти контейнеры. Это контейнеры огромный сюрприз, из которого вам выпадает контейнер на какой-то из танков, причем вне зависимости от того, насколько вы фартовый, вы получите либо голду, либо машину. Но вот только если вам выпадет ПЗ-4С 6 уровня, либо 750 золотом, то я не думаю, что вы будете слишком счастливым человеком, если заплатите за него достаточное количество золота. Ну что, ребят, давайте будем крутить, давайте будем посмотреть. В отношении того, на что я готов. На данный момент я не готов уходить ниже 370 тысяч. То есть попытаюсь вложиться в 19 тысяч голды. Ну а дальше будем смотреть, что выпадать будет. Суммарная стоимость рулетки. Здесь достаточное количество прокрутов, целых 51. И вообще в целом вся рулетка стоит 70 тысяч 19 голды. Бог с ними, с 19 голды. 70 тысяч. Да блин, на это золото действительно можно накупить себе достаточное количество танков. Ну что, ребят, давайте покрутим, посмотрим, что из этого получится. Я лично особых каких-то ставок делать не буду. Думаю, первым мне выпадет какой-нибудь контейнер. Какой именно, бог его знает. И слава богу, за 100 голды контейнер с анимированным аватаром. Не буду его открывать, потому что ценного там ничего абсолютно нет. Нет ни одного аватара, который можно было бы на голдишку поменять. Ну а обмен на осколки не интересует, ровно как и сами аватары. В отношении второго прокрута великолепно! Контейнер с кастомизацией. Ну здесь вроде бы может еще повезет, что-то интересненькое выпадет. Да, супер, там на аватар открывать не хотел, на анимированный, так на тебе не анимированный за 150 золотом. Ну дорого, реально, рил дорого, в жизни бы не покупал себе аватар, да даже анимированный не покупал бы за голду. Пишите, кстати, в комментариях свое мнение, готовы ли вы покупать аватары за золото. Получаю себе мистический контейнер, всего лишь один. Это действительно очень грустно, потому что хотелось бы, чтобы было больше, но ладно. 200 голды возвращается назад, и на том большое спасибо, а по талисманам мне еще надо целых 14. Короче говоря, считайте, начал с нуля. Едем дальше. 250 золотом. Скорее всего, будет сейчас черный ящик, либо собери их все. Да, вот вам, пожалуйста, собери их все, и что самое классное, что хотя бы два, это уже приятней, нежели один, а отсюда мы получаем большое ничего. Ну, ладно, открываем следующий, еще надо два контейнера открыть, чтобы косарь себе вернуть назад, уже хотя бы как-то обратно откатить себе золотую копилочку, и да, все правильно, одного талисманчика не хватает. Едем дальше, 350 золота, ну, давай. Давай, подогрей меня голдишкой, пожалуйста, очень хочется. Нет, никакой голды, контейнер с кастомизацией. Что бы там ни было, даже если что-то интересненькое, все равно не вижу смысла. Аватар, еще один, забираем, спасибо большое, с дополнительных, сколько там, 200 осколков, скорее всего. 400 золотом, пока, ребят, в минусе. В минусе и причем в существенном, я уже косарь слил, ни черта не получив, по факту, ценного.
Собери их все. Возвращает мне 1000 золота, которую я пока потратил на данную рулетку. Не возвращает меня, скорее всего, первоначальное состояние, но максимально туда приближает. Да, вот как видите, на 200 проседания все-таки у меня присутствует. Даже на 250, если быть точным, голды. Ну, 250 золота за попытку достать какое-нибудь счастье себе отсюда. Ну, окей, это еще терпимо. Но, ах ты, блин. Опять. Мистик опять один. Маловато будет. Маловато. 1500 голды. Ну хорошо. Договорились. Здесь прощаю. Ушел в плюс. Да? Нет, не ушел. А, ушел, блин, ушел на косарь практически. На 900 золота в плюсе. Нет, на 900, на 800 золота в плюсе. Значит, крутим дальше. Значит, пока можем себе это позволить. И, кстати, да, спасибо большое спонсорам за то, что периодически присылают подарки. Поднимая золотую копилку. Ребят, я это все золото трачу не себе в удовольствие, а для создания все новых и новых видео. Поэтому, друзья мои, спонсоры, спасибо вам большое. Ваша поддержка действительно очень нужна, и я безумно ее ценю. Получаем 2, собери их все. Открываем. Открываем, собери их все, и тут ничего не будет. И в этом контейнере втором тоже ничего не будет, потому что не притормаживает... Да ладно! Да ладно! Первый раз не притормозило, и я получаю ИСУ-122С. У меня ИСУ-122С мало того, что есть в ангаре, так еще и у меня этих ИСУ-122С несколько штук лежит в виде сертификатов. Жду, пока машина станет коллекционной для того, чтобы на голду потом обменять. Все! Можно сказать, окупился. И собери их все, если я правильно помню, ну точно так же, как и из других контейнеров, там же компенсация идет за... премиумы, да, вот, пожалуйста, за премиумы серебром. Ради интереса, сколько я получил сейчас? А, где? Ниже. Ниже это у нас. Ниже не. Вот, ИСУ-122. Лям серебром. Ну, блин, я недоволен, честно. Лучше бы дали 500 голды, я бы больше счастлив был. Открываем. Открываем. 575 золотом. Опять потихоньку начинаю уходить в минус на 800 голды на данный момент. И что получаю? Получаю целых 3 мистических контейнера. Ну давай. Давай. Давай раскачай меня. Раскачай. На тебе 200, говорит, ты можешь качаться сам сколько хочешь. Ну блин. Ну я так не играю. Ну что за качели? То вроде бы повезло, а то как-то на месте топчешься или вообще в минус уходишь. Блядь, промахнулся. Давай еще. Давай еще подогревай. Нет. 10 еще надо. Ладно. Может успею собрать, может нет. Ну шансы есть. Целых 4 раза по 3 контейнера. Короче, соберу точно мистик 2 уровня, если впишусь в бюджет. Давай. Дай сюрприз, а? Дай контейнер-сюрприз. Вот это так сюрприз, блин. Анимированный аватар. Но... Во, нормально. 3 черных ящика. Погнали. Погнали голду собирать из ниоткуда. Сразу контейнер 3 уровня. Сразу. Открываем. Вот она моя прелесть. 600. 600 голды. Здесь больше нет? Жаль. Хотелось бы все-таки еще раз открыть контейнер 3 уровня. А желательно еще раз эндек 15, 16. 300 золотом. В этом не очень повезло. Ну хотя бы не сотня. Да, уже нормально. 200. Да. Ну, ладно. Окей. На 300 в минусе. Едем дальше. И скипать вроде бы не хочется. Да блин, рандом тебя побери. Хватит, хватит мне этих контейнеров с анимированными аватарами. Реально. Уже надоело, серьезно. Дай мне огромный сюрприз с десяткой с какой-то. 3 черных ящика. 300.
Блин, найдите кто-нибудь этого тракториста. Такс. Ну давай, хотя бы второго уровня контейнер, я не знаю, блин. Сотня голды. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Еще сотня. Меня там, по-моему, кто-то слышит, да, и тупо издевается надо мной. 795 золотом. Потихоньку становится все дороже и дороже. Давай, родимая. Давай, не издевайся надо мной. Еще три черных ящика. Наберу хотя бы косарь из них, вот мне просто интересно. Сотня. Того 400, и отсюда что мы получаем? И еще 300, того получается 700. И еще один контейнер есть, ну давай, не пожлобись. Не пожлобись, дай мне хотя бы... Хотя бы чуть-чуть. Во! Великолепно, четко вписался в свой стратегический план. Хорошо, следующий стратегический план — забрать прямо сейчас контейнеры бомбические. Слышите меня там, разработчики? Мы же вроде с вами пытались договориться. Я вам предложение бросал, говорю, подкрутите мне аккаунт немножко. Вы сказали, и все. Даже ответ не прислали. Черный ящик, всего лишь один. Но неудивительно, здесь не буду как-то там сильно высказываться, потому что до этого сыпали по три штучки сразу, и окей, то, что сейчас дошел до тех, которые по одному, ничего удивительного в целом для меня нет, нет больше, да, нет. 875 голдой, на 2000, ребят, ухожу в минус. Пока тупо в минусе, ну реально. Ну, разве что можно посчитать аватары анимированные, которые мне повыпадали. И вот он, прокрут. Первый участок пройден, прокрут за один золотой. Если не обратили внимания, то прокруты в рулетке, они разбиты на несколько участков по одному золотому. Ну, в принципе, как мы к этому уже привыкли. И за один голдовый мне дают один черный ящик. На данный момент на 2000 я в минусе. И при этом всем я, ну, реально ничего такого не получил. То есть пока... Тупо слив, да, вот такой вот прямолинейный, прямой слив голды на данный момент в никуда. Если бы хотя бы вместо Исушки выпала тачка коллекционная, то хотя бы там где-то плюс-минус в нуле находился, и можно было бы более спокойно играться. Контейнер, собери их все, всего лишь один. Ай, холера ты, блин! Ну как же забрать себе чего-нибудь, чтобы как-то в плюсик пойти? Ну хочется пойти в плюс, реально. Безумно, я думаю, вы понимаете, почему так этого хочется. Потому что в минусе не особо нравится находиться. Еще осталось две вот этих вот... Ладно, не буду выражаться, обещал. Хранитель неба, спасибо вам большое, блин. Подогрели так подогрели. Но, по крайней мере, не аватар, да, ребят? Могло быть и хуже, да, куда? Ухожу в минус. Но, ребят, когда раньше были рулетки на контейнеры бомбические, я говорил, что контейнеры бомбические, имеет смысл рулетку крутить только до конца. Тогда можно уйти в плюс хороший. Если не крутить до конца, то, скорее всего, останетесь в минусе. Потому что жир начинается, когда вы начинаете открывать контейнеры и получаете либо танки, либо компенсацию голдой за имеющиеся у вас машины. Тогда действительно можно в плюс прыгнуть. А так танцуешь исключительно в сторону минуса. 900, сколько там, 75, да, по-моему, сейчас у меня прокрут. 3 черных ящика. 3 черных ящика. Видео обещает быть долгим. Видео обещает быть долгим. Но, ребят, давайте, поддержите. Поддержите пальцы крестиком, если вам не сложно. Я свои уже скрестил, даже на ногах. Второго уровня. Мне вот интересно, мне когда-нибудь вообще фартанет дойти куда-то дальше, по-моему, четвертого? Вот дальше четвертого я не заходил, если я не ошибаюсь. Напишите в комментариях, пожалуйста, если вам не сложно, кто поднимался по черным ящикам выше четвертого уровня? Кто открывал там пятый, шестой или вообще до верхушки долазил? 200 голды. Ну такое себе, такое себе. Получается в минусе уже, блин, нифига себе, на 4000...
800, да? Я в шоке. 4800 тупо в унитаз. Ну, по крайней мере, пока. 999. Блин, ну реально, я начинаю потихоньку расстраиваться. Я начинаю потихоньку расстраиваться, потому что пока ничем вкусным, блин, не пахнет абсолютно. Ни тебе мистического контейнера, ни тебе каких-нибудь халявных танков, хотя бы тех, которые отсутствуют в ангаре. Хотя их и так уж мало осталось, блин. Да ну чтоб тебя, блин, разорвало! Так, остался один еще вот этот вот какахин контейнер. 1000 голды. Почему мега-контейнеры не падают, я не понимаю. Ну дайте хотя бы разок, я не знаю, повеселиться. Я в шоке, блин. У меня уже начинают потихоньку трястись руки, и я понимаю, что я тупо сливаюсь. Тупо сливаюсь в никуда. У меня уже начинается паническая атака потихоньку. Сейчас в очередной раз утрусь мистическим контейнером. 2000 свободного опыта, господи. Какой ужас. Ребят, говорил, говорю и буду говорить, чем бы сейчас дело не закончилось. Покупайте танки изначально в магазине. Не пытайте судьбу. Контейнер — огромный сюрприз. Моя надежда на то, чтобы компенсировать хотя бы часть. Хотя бы часть того, что было потрачено. Дай на коллекционку, будь человеком, пожалуйста. HWK-30. У меня этой машины в коллекции нет. И сейчас либо вернется там совсем какая-то галима, по-моему, 1750, если не ошибаюсь, с золотом, или вообще 1500. Или все-таки получу машину, которой у меня нет. Но, пожалуйста, пожалуйста, дай тачку. Дай тачку мне. Пожалуйста. Блин, 1500 золота. Это был мой шанс. Это был мой шанс окупить то, что я сейчас потратил. И шанс этот, к сожалению, не оправдался. Не сработал. Одна из немногих машин, которая до сих пор отсутствует в моем ангаре. И вот тебе результат. По-моему, играть что-то чувствует. Еще один контейнер — огромный сюрприз. Но не будь скотиной, не дай шестерку. Лео! Лео, блин! Ах. 1000 голды. Рад, что я не Лео. Так, ладно, хорошо. Забираем. 1450 золотом. В минусе уже на десятку. На десятку в минусе. Какой ужас, блин, происходит. Просто ужас. Стейр ВТ. Спасибо большое за коллекционный танк, за который я получаю компенсацию голдишкой. Благодарочка. Огромное спасибо. Сколько я хоть получил компенсацию голдой? Стейр ВТ есть у меня в коллекции. Кстати, ПТ-ха неплохая, мне лично нравится. Фановая, веселая, периодически на ней выезжаю. Где этот Стейр ВТ? Стейр ВТ. А, блин. Все. Мартышка к старости слабо глазами стала. Не туда полез. Стейр ВТ дает мне компенсацию 2500 золота. Ну окей. Окей, хорошо. И на том спасибо, хотя бы выпало. Но, ребят, если вот так вот посчитать, то два танка я все-таки получил. Если вдруг по какой-то причине у вас их не было и вы их получили, ну, значит, вам повезло больше, чем мне. Хоть какие-то машины забрали. Черный ящик. 200 золотом. Не густо. 1550 голды. Но! Жматина! А! Испугалась, зараза! Может, тебя постоянно оскорблять и унижать? Может, тебе нравится это?
Британская пантера, чтоб вы, блин, рады были тому, что я снимаю это видео. Тут, блин, что британская пантера, что не британская пантера, блин. Ну, рил, серьезно, вот на танки нижних уровней, да, все падает из вот этой вот лабуды, хотя я надеялся, что хотя бы на десятку дропнет для того, чтобы компенсацию голдой получить. Реально, с этой рулеткой я сейчас инсульт заработаю. Или в инфарктное попаду. Вообще ни о чем. Так, одного контейнера не хватает, чтобы косарь вернуть. Но, блин, этот косарь, по большому счету, даже если сейчас выпадет мне... Собери их все, то я потрачу на них на 790 больше голды, нежели я получу из этих контейнеров. Это просто ужас какой-то. 1790 золота приносят мне 2 бустера золота и целых 100 золота. Ребят, вот такой вот некислый подъем получается. Прям круть несусветная. Что у меня по шансам вообще? Давайте смотреть правде в глаза. Бомбические 0,5%, долбанных 0,5%. Мистический контейнер. Ну, еще хоть какие-то шансы есть. Окей, нормально. Черные ящики. Ну и, конечно, куда же от них деться? Контейнер с кастомизацией 16%. Просто ужас, реально ужас. Черный ящик. Дошел, ребят, практически до точки невозврата. Точка невозврата в моем случае это когда прокрут рулетки и то, что ты за этот прокрут потенциально можешь получить, дешевле, точнее, так, прокрут дороже, а содержимое потенциальное дешевле, чем то, что ты тратишь. Короче говоря, дальше тупо танцуешь в минус, пока не дойдешь до контейнеров бомбических. Но идти к ним желания, честно говоря, уже нет абсолютно никакого. Мега-контейнер. Давай, что ты мне даешь? Ты мне даешь... Ты мне даешь 300 голды. Вау, черный ящик первого уровня. Из которых еще сотня, да? Нет, еще 300. Ладно, второй контейнер. Вот, вот уже поинтереснее. Контейнер огромный сюрприз мне выпадает, что повышает мои шансы. Хотя, если сейчас какая-то фигня опять выпадет, я дуба рухну. Шерман Лазе! Собака ты женского пола, блин! Как же мне тебя не хватало, контейнер на Шермана Лазе, блин! 750 золота! Я просто миллионерище! Просто миллионерище. Я такой крутой чувак, блин. Один голдовый. Дай контейнеры бомбические за один готовый. Голдовый, простите. Я все прощу тебе. Скотина ты, блин. Реально сволочь. 500 золота, раз. Двести золота. Того 700. Гнида ты! Гнида! Это все, что я могу сказать. 2250 золота. А ведь еще крутить и крутить, ребят. Кажется, что вроде бы много прошли, но еще много впереди. Еще очень много впереди прокрутов. И только кажется, что ты уже практически на финише. И это тебя только подогревает. Хотя, если посмотришь правде в глаза, увидишь, что перспективка-то не так радужна. Контейнер 4-го левела. Интригующе. Будет 5-й? Не будет. Будет 1000 голды. Забираем, забираем, забираем. Открываем еще раз. Есть.
сотня золотом. Тупо, тупо как издевательство, реально. Морально-психологическое издевательство над людьми происходит на данный момент. Четыре раза может выпасть мега по два раза. А тут еще два. Того получается 6 прокрутов. 9 прокрутов, 10, 12, 13 и только 14 может быть везуч. 14 прокрутов еще впереди. 2450 золота в очередной раз уходит с копилочки. Но собери их все. Будет танк, будет танк. Но в следующий раз. 1000 голды получаю компенсации. Здесь не будет танка однозначно. Забираем. Забираем 2550 золота. Если сейчас будут гребаные аватары. Нет. Ну, давай. Давай, скотина. Type 64. Какая прелесть. Какая прелесть. 750 золотом. Все, ребят, у меня больше нет нервов. Серьезно. Нервы закончились. Нервы закончились. Чтоб тебя бизон ты на рогах подбрасывал, блин. Так. 370 тысяч на счету. Говорил, ниже опускаться не буду. Давайте посмотрим на шансы. Дальше контейнеры только те, из которых потенциально что-то типа можно получить. Бомбические только в конце. И прокруты обойдутся мне в достаточное количество голды. Давайте будем посмотреть, где я нахожусь. 2750. Давайте округлим так, чтобы просто посчитать. 3, 6 плюс 3. 9 плюс 3. 12 плюс еще 7. 19. И здесь у нас получается, грубо говоря, 8. 27. И еще плюс 5. Короче говоря, где-то в районе 33 тысяч впереди прокрутов. Не знаю, честно говоря, если сейчас не будет падать, я остановлюсь, дальше не пойду. Сейчас кручу пока до одного голдового, чтобы посмотреть, что с этого получится. Если ничего толкового не будет, ребят, я останавливаюсь. Не вижу смысла сливаться в унитаз. Реально. 1500 назад и с черного ящика. 300. Блин, я что, не открыл его, что ли? Капец. Ладно, давайте еще раз потом выйдем в хранилище, там откроем. Ключ от запертого контейнера. Спасибо вам большое. Вы из возможных шансов подарили мне еще один шанс. Где-нибудь, когда-нибудь открыть еще один контейнер. Просто супер. Отдохну немного от рулетки. Ребят, давайте попытаемся зайти в мое хранилище. Оно, правда, притормаживает, но надеюсь, сейчас сработает нормально. Если я правильно все понял, то у меня завалялся один черный ящик. Сейчас поглядим. Поглядим. Да, есть черный ящик. Открываем. 600 золотом. Да, ребят, слушайте, честно говоря, как-то, блин, прям совсем прискорбненько все это дело получается. Ну, мотайте на ус, будете знать, что и как реально выпадает. По крайней мере, у таких ребят, как я. Я обычный игрок, и многие считают, что мой аккаунт подкручен варгеймингом для того, чтобы я снимал красивое видео про открытие контейнеров и рулеток. Но, как вы видите, это ни хрена, к моему сожалению, не совпадает с реальностью. Ну, а с другой стороны, наверное, к счастью, потому что я в игре ничего не должен и могу показывать чистую правду. Третий контейнер мистический. Что мне приносит? Ни хрена он мне не приносит. Тупо ни хрена не приносит. Два контейнера не хватает до контейнера второго уровня, которые, как показывает практика, ничем не лучше контейнеров первого. Ладно, ребят, погнали дальше. Погнали. Ребята, спонсоры, если вдруг вы считаете, что я неправильно распорядился вашим
с золотом, которое вы мне присылали. Напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях. Я возьму это обязательно на заметку и в следующий раз попытаюсь еще более уважительно относиться к вашим подаркам и постараюсь в следующий раз более сдержанно относиться к прокруту рулеток. Открываем мистик второго уровня. Тут шанс типа в два раза больше. Но по факту, как видите, из контейнера первого уровня можно получить что-то даже более годное, нежели из контейнера второго. Открываем еще один контейнер первого левела. Ни хрена. Тупо ни хрена. За такое количество открытых контейнеров мистических, за такое количество открытых контейнеров в целом уже можно было бы дать хотя бы компенсацию за какую-нибудь десятку, которая у меня есть. Если уже ВГ не хочет мне давать танк, который отсутствует в моем ангаре. Еще два мега-контейнера. Давай огромный сюрприз, я не знаю. А тут вообще тупо ни хрена. Тупо ни хрена вообще. Просто пустота гребаная. 350 золотом, ребят, как вам? Вы пишите свое мнение в комментариях. Не жалейте слов, только, пожалуйста, придерживайтесь, пожалуйста, цензуры. Не используйте нецензурную лексику, буду вам безумно благодарен. Хотя из меня сейчас нецензурная лексика бы летела полным ходом. Хрена себе. Я в трансе. Я в грёбаном шоке нахожусь сейчас. 3350 золотом. Так, открываем. Дай хотя бы мистический сертификат. Ну хотя бы один мистик на какой-нибудь нормальный человеческий танк ты можешь дать, блин, или нет? 3000 голды, ну уже хоть что-то. Жлобярос. Тупо жлобство какое-то происходит, блин. Ай, господи. Сейчас будет один мистический контейнер. Насколько все предсказуемо, а? Реально, насколько все предсказуемо. Открываем за один голдовый, получаем два мега-контейнера и хлопаем в ладоши. Контейнер раз. Собери их все! Самый лучший контейнер в этой игре падает мне. Я хренею. Да, еще куплю их сейчас. Еще сейчас докуплю. Мне этих мало было, которые у меня были. Я сейчас еще пойду докупать. 300. Так, ребят. Три прокрута до конца. Ладно, поехали. Поехали. Я надеюсь, что ребята, спонсоры, отнесутся ко мне с пониманием, не будут сильно меня хаять в комментариях и придут сегодня вечером на прямую трансляцию для того, чтобы меня там поддержать и, возможно, там выскажут мне свое мнение по поводу этого всего. Т-95Е6. Открываем. Открываем, ребят. Ну, давай. Давай, 5000 голды мне вернулось назад. Это уже хоть что-то. Это уже, ребят, хоть что-то. Предпоследний прокрут. Дай бомбический раньше последнего прокрута. Пожалуйста. Почему меня никто не слышит, блин? Все, ребят, я за валидолом. Реально, мне нужен валидол. Мистик забыл открыть. Так, все, остался последний прокрут. Обойдется он в 4950.
Я сейчас открою мистический контейнер, который сейчас случайно у меня завалялся. Быстренько на калькуляторе, ребят, прикинем, во сколько по факту мне обошлись вот эти вот контейнеры. Так. $200. Может, я не силен в математиках, может я сейчас что-то посчитаю неправильно, но давайте попытаемся прикинуть на калькуляторе, что у нас получается. У меня было 388 966. Отнимаю от этой цифры сейчас минус 4900, потом отнимем, минус 356 547. Того получается, на данный момент, ребят, я в минусе на 32 419. 32 419 мне понадобилось для того, чтобы дойти до последнего прокрута. Это с учетом того, что мне там что-то компенсировалось. Ну и к этой сумме в 32 419 я добавляю 4950, которые потрачу сейчас. Итого, ребят, 37 369. 37 369 голды для того, чтобы забрать 20 бомбических контейнеров. А вот теперь, ребят, интересный вопрос. А что я с них получу? Поехали открывать. Первый контейнер. 100 голды. И талисман бомбического контейнера. Очень круто. Очень круто получить 100 голды. 750 золота. Талисман и собери их все. Едем дальше. Следующий контейнер. 10 000 золота. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! 10 000 голды. Это хотя бы как-то. Хотя бы как-то на 1/4 вывозит меня. Мистический сертификат. Дай коллекционку. Или хотя бы то, чего у меня нет. Достань меня из задницы, я тебя очень прошу. Объект 752. Не думал, что я буду тебе так рад. Спасибо большое. Дело в том, что объект 752, он дает компенсацию золотом, поскольку это коллекционка. И поскольку это девятка, то где тут он так, чтобы не соврать? Объект 752, 5000 голды. Нормально. Пока. Пока, слава богу. Слушайте, в этом контейнере действительно свезло, вопросов нет, едем дальше. У меня реально сейчас сердце выпрыгнет, адреналин просто зашкаливает. Зашкварней было только когда... Келлер, получаю компенсацию голдой. Спасибочки большое. Плюс открываем черный ящик. Более мандражно было только на прямой трансляции, которую многие из вас пропустили. Вы почему-то не хотите приходить на эти прямые трансляции. А там меня реально забросали, и суммарно на этой трансляции мне прилетело подарков, когда мы праздновали 40 000 подписчиков. Подарков, из которых я только голды получил, более 140, по-моему, тысяч. Это действительно был мега стрим. Приходите на прямые трансляции, ребят, там реально живое общение, куча приятных ребят, постоянная ржака в чате, и всегда есть что обсудить. Приходите, всегда вам рады. Талисманчик, а еще одного не хватает для того, чтобы получить дополнительный контейнер. Едем дальше. Открываем наш дополнительный контейнер. Ух ты, блин! Ничего себе! Каро 45 тонн приземляется.
Круто, круто, тачка есть у меня в коллекции, но компенсация голдой продолжает доставать меня из финансовой задницы, в которую я себя погрузил, прокручивая данную рулетку до конца. 1000 золота, окей, хорошо. 12 контейнеров осталось, открываем. Мистический, но будет еще один мистический сертификат. Нет, мистического сертификата в данном случае нет. Едем дальше. 11 контейнеров осталось. Сейчас, получается, открываем 10-й конт из 20, которые выпали. Половину прошли пути, ребят. Половину прошли, но мне хочется верить, что весь жир, он там еще где-то в конце. Но должно свести мне. Должно свести, я в это верю. Очень хочу уничтожителя. Безумно хочу уничтожителя достать. Ну, просто потому, что у меня его нет, и достать его действительно сложно. 1000 золота. Из этого контейнера реально меня интересуют только коллекционки и уничтожитель. Все остальное, ну, такое себе. Черный ящик. Неужели везение закончилось, которое не успело нормально начаться? 6 контейнеров осталось, ребят, и я потихоньку начинаю заговариваться с этим открытием. Есть. Забираем. Еще один контейнер бомбический. Приносит мне контейнер бомбический. Что в нем? 500 голды. И на этом, в принципе, все. Возвращаемся назад. Я хочу вернуться еще назад. Вот к вот этому вот моменту. Здесь как-то было поинтереснее, когда я, по крайней мере, не видел, сколько контейнеров осталось. Ну, давай. Давай напоследок еще какой-нибудь такой прям жирный удар с золотом мне в лицо. Ни хрена. Ни хрена. Следующий контейнер и... 500 голды. Талисманов не хватит. Скорее всего, это последний контейнер. И что мы имеем? Черный ящик и полторушка. Черный ящик и полторушка. Доведи меня хотя бы до 4 уровня. Все. Я так понимаю, ребят, это финиш, да? Нет. Загадывать вообще ничего не буду. Просто промолчу. А тут, ребят, что молчи, что не молчи. Все, закончилось. Веселье-то пришло к концу. Ну что ж, рулетка закончилась, и теперь давайте будем подбивать итоги. А итоги мои приблизительно следующие. Сейчас откроем калькулятор и быстро с вами посчитаем. 388 966 минус 385 979. Итого, ребят, я в минусе на 3170 голды. 3170 голды принесли мне дни према, которые мне не нужны, потому что я сейчас ничего не прокачиваю и, в принципе, не планирую. Они принесли мне серебро, которое я и так мог заработать, и принесли мне свободный опыт, который мне тоже, по большому счету, не нужен. Надо оно вам или не надо... Не знаю, ребят, крутите самостоятельно и принимайте решения самостоятельно. Умейте вовремя остановиться, ну а самое главное, запаситесь валидолом, потому что данная рулетка вам действительно может принести крайне серьезные психологические переживания и, возможно, даже психологическую травму. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а плюс к тому готовиться к вечерней прямой трансляции, на которую всех приглашаю. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.